друзья, не пройдет и 2 месяцев, как от этого огромного сугроба останется одно мокрое место. Сугроб бесконечен. И в эту сторону, и в эту сторону огромный. Друзья, поздравляю вас всех с наступившей весной. Сегодня 1 марта. Календарная весна началась. И на улице началась. Уже видно, солнышко весеннее греет, припекает. Смотрите, у меня зацвела герань. Сейчас обнаружила первый цветочек. Другие гераньки еще не цветут, а это распустилось. Эту белую герань я вырастила из семян, которые купила в садовом магазине. Вот она у меня цветет. Но белые цветочки теряются на фоне окна светлого, и все не так смотрится празднично, как, допустим, красные или розовые. Первый цветочек еще.